Так, ну я на горнолыжном курорте для пенсионеров, и пока их уложили спать, старички спят, мне дали оборудование попрыгнуть. Начнем. Высоковато. Но я сейчас попытаюсь, получится почти. О, хочу лучше рассмотреть снег. Снег хороший сегодня. Так, ну надо попасть в область, обозначенную флажками. Да что ж такое, блин. Практически попал. У меня все траектории просчитаны, но что-то не получается сегодня. Это очень странно, ведь вчера все получалось. Я не могу поверить, почему не получается. Но такая поза ни к чему. Неужели на меня навели порчу? Я не могу в это поверить. Скорее всего, это та самая цыганка на рынке. Она мне говорила, давай я тебе погадаю. А я отказался. Я сделал сальто и в прыжке плюнул ей в лицо. Скорее всего, это ее месть. А! Коронный двойной прыжок. О, я свалился. Если я опять встречу эту цыганку, я ее ударю с двух ног в прыжке. Я иначе как порча это объяснить не могу. Но вот посмотрите. Возможно, порчу навела моя соседка с нижнего этажа. Она стучала шваброй по батареям. Возможно, я из-за того, что шумлю, прыгаю дома, тренируюсь. И она поэтому меня ненавидит. Так, у меня есть хитрый план. Нужно с отскоком от стены. Оп! Почти. Возможно, мне так мстит бывшая. У меня бывшая настоящая стерва. Настоящая ведьма. Скорее всего, кровавым тампоном тычет мою фотографию. Проклинает. Хочет, чтоб я разбился. Почему же не получается? Неужели кто-то на меня навел какие-то буду штучки. Ой, монетка за углом. Монетка. Я чувствую негативные вибрации. Возможно, это зритель, который смотрит мои прыжки. Сидит там перед монитором и ждет, когда я упаду, разобьюсь. Сидит там с кривой ногой, зайчьей губой, не знаю. Хочет, чтоб я упал с высоты. Кто любит успешных? Все завидуют. Сидят там с печеньками и ждут, когда я разобьюсь. Да чтоб ты подавился, гном, своей печенькой. А я расколбылюсь, у меня все получится. Я победю. А! Никогда не нужно забывать про эстетику. Эстетика важнее всего. Красота. Ладно, ножку отставим. Эстетично. Ну тут легко, тут невысоко. Сейчас получится. Оп! Ох ты, хорошо зацепился. Хорошо, как человек-паук. Мне мама дала на всякий случай молитву. Сейчас я ее прочитаю и избавлюсь от темных сил и темного влияния. Сиська, скунсы, черный кот, карлик, жопа, бутерброд. О, расколдовался. Все.